Богом за яркую... Так, друзья, смотрите. Задача считается выполненной после заполнения двух мишеней по 10 литров каждой водой и срабатывает организационная система специальной зрительной аппаратуры. По сигналу стартера автоцистерна отделение надевает боевую одежду снаряжения, устанавливает автомобиль на открытый источник, прокладывает магистральную линию на два рукава, устанавливает трехходовое разветвление возле башни, подача двух стволов «Б». В окно четвертого этажа нужно со страховкой подняться участнику команды. Очень трудно, друзья, давайте поддержим и посмотрите. По второй дорожке команда уверенно начинает лидировать. Беги, беги, давай, беги! Посмотрите, как меняется ситуация, друзья. Вот оно, боевое развертывание. Здесь каждый момент имеет значение. Давай. Ребята из команды «Тинау» сказали, что самое сложное начать. И вот мы видим, Магигири, дорогие друзья, засчитывается только в том, что у тебя. Ну что, сразу после этого ребята переходят к зонтованию, к покрышке трактора. Они ее подпитают снизу руками, также выпрямляя, поднимаются от покрышки до вертикального положения. Тут ничего, красивой, просто физической подготовки. Далее. Вот они приходят к следующему этапу. Дорогие друзья, ну команда дорожка номер один, за которую, между прочим, я болею, уже помощи пострадавшему. Игорь, что с твоей командой? Настя, вот ты сказал, что болеешь за первую дорожку. Я так хотел бы, чтобы победила дружба, потому что это действительно бывает очень важно. Но мне кажется, что сегодня победит сильнейший. Я вижу, что они освобождают пострадавшего, делают это аккуратно. Да, хочу обратить ваше общее внимание, что... Это штрафные ящики. Но у нас явно лидируется одна команда. Сейчас вижу, что второй пострадавший сзади. Линия автомобиля за канат. Давайте поддержим. Громкие аплодисменты! Еще! Вот это да! Вот этим людям повезло. Вы понимаете, тащить машину одному, не втроем, одному. И кто же, друзья мои, это финишная прямая? Кто же первым финиширует? Фото! Ибо вторая дорожка. Главное управление всех России по Москве. Стартан, друзья, второй этап по прямому развертыванию. Прямая продолжается. Этапы спасения пострадавшего. Сейчас его освобождают из-за завала. Я думаю, что это один из самых сложных этапов. Да, действительно, друзья мои, немногие знают, что манекен, изображающего пострадавшего, его называют вежливо Гошей. И сейчас... Let's go, 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 let's go
и мы узнаем имена самых отважных. Дорогие друзья, глубокоуважаемый Александр Петрович, уважаемые коллеги, участники соревнований. Позвольте мне от имени Сергея Семеновича Собянина, мэра города Москвы, тепло и сердечно приветствовать вас, участников и зрителей этого прекрасного мероприятия. Участников этого мероприятия не только команды Москвы, но и команды Санкт-Петербурга, Тверской области, других регионов, всех, кто сегодня приняли участие и доказали свою способность в труднейших ситуациях решать сложные задачи. Московский гарнизон, московская группировка всегда готова прийти на помощь гражданам не только Москвы, но и нашей великой России и далеко за ее пределами. Зачастую мы не оглядываемся, что нас ждет. Наша цель – спасти, помочь. И мы очень часто теряем наших друзей. Я предлагаю память о тех, кто погибли, почтить их минутой молчания. Команда, которая по итогам сегодняшних соревнований завоевала третье место. Команда специального управления Федеральной противопожарной службы номер 3 МЧС России. Приветствуем бронзовых призеров соревнований Шапошникова, вручить кубок за третье место и бронзовые медали наших соревнований. Блестящее выступление. Кубок команды нашего вице-чемпиона в упорной борьбе было вырвано серебром. Мы прекрасно помним, что призеров один. И, конечно же, мы помним, как команда главного управления ЧС России в начале соревнований лидировала. Уважаемые болельщики, давайте еще. Федор Павлович Бирюков вручит у нас этой славной команде и награды. Федор Павлович, вот они появляются, наши герои. Они здесь, они бегут издалека. Вот она атмосфера честной игры. Атмосфера фэрплей. Да, настоящее спортивное товарищество мы сейчас наблюдаем. Роскошный кубок, посмотрите, хрустальный, дорогой. Интересно, сколько влезает в него шампанского, проверит ли сегодня команда это на прочность. Браво! Кубок у нас, посмотрите, еще один диплом. Петр Павлович, и, конечно, медали золотые нашим чемпионам. Серебряными наградами, кубком, дипломом и вручить чая. Я моя столица, золотая моя Москва, моя Москва, мы запомним. И, конечно же, решили социальные условия. Это мероприятие уже из года в год постоянно проходит. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас уровень растет с каждым годом? Как наблюдается? Ну, конечно, если зрители сегодня счастливы, зрители довольны,
конечно, уровень мастерства растет. Мы видели вторую группу призеров. Это уже административная круга, это учебные подразделения системы МЧС. Мы готовим кадры, начиная со школьной скамьи. Поэтому и мастерство сегодня есть, и спорт в составе Министерства чрезвычайной ситуации, с нашей точки зрения, да, конечно, равно как Москва является особой значением. Мы-то подарим человеческую жизнь. Все, что сегодня происходило, это как раз свидетельство внутреннее наше. Мы раскрываемся перед вами и показываем, что мы можем предельно доходчиво и достаточно. Но я хотел бы еще подчеркнуть одну деталь. Я служу, проживаю в славном городе, где просто динамично происходит изменение в лучшую сторону. И это не только о дворах внутри наших домов. Это и дороги. Но уникальность руководства заключается в том, что они в такой же степени, с такой же ответственностью подходят к вопросам безопасности. Москва обладает уникальными войсками МЧС России.